Жители семьи поймали в жилом секторе змею. Пресмыкающиеся обнаружили на лестнице одной из городских парикмахерских. Мастера салона не испугались и устроили целую фотосессию со змеей. А уже после вызвали спасателей, которые вывезли ее за город и отпустили. Змея, как предполагают очевидцы, скорее всего, или уползла из зоопарка, который недавно здесь гастролировал, или из квартиры, где занимаются разведением змей. Длина змеи около метра, а диаметр примерно 5 сантиметров. На место происшествия выехали наши сотрудники, которые изъяли данную змею. Род змеи определить нам, к сожалению, не удалось, так как у нас не имеются данные сотрудники. После чего данную змею вывезли за город и отпустили ее в лес. Данный случай единичный, других звонков по такому случаю не наблюдались.